Кто заказывал светомузыку? Сегодня нет, ты дискобол. Я дискобол. Монетик дискобол. Я сегодня на танцах со звездами дискобол. Ладно, давай, надо вот так. Подходи, подходи на движ. Ну так, давай, Дима дискобол. Всех приглашаем на светомузыку. Светомузыкант. Ладно. Владик. Дим, ну поздоровайся же со всеми. Всем привет. Мы идем, вот сейчас прямо заходим в эфир. 1+1, танцы зеркамы. Не пропустите сегодня, невероятный нас ждет просто. Ну я в этом уверен, сегодня будет невероятный. Включайте. Не пропускайте. Костя? Костя? Не, не показывай, не показывай. Чего можно? Спой. Ну и что? Спой. Ну и что? Извините, пожалуйста, после эфира. Точно. Одну секунду, но после эфира уже не сидит. Нет, извините, но вот точно не сейчас. Они сейчас заряжаются. Они сейчас заряжаются, это невозможно. Остальные можно подойти?
А это невозможно, они же сейчас заряжаются. Заряжаются? Ну, конечно, у них же сейчас подслушки, это не... Они должны сидеть с водой? Это я просто сейчас дал. Не может быть, рядом с Димой Морщенко. Там нет. Это как бутылка читается. Дима сказал наоборот. Снимать просто. Как много комментариев пишет про наряд Кати. Очень. Опасность. Я вижу опасность. Это прекрасно. Да, да. Спасибо большое. А можешь показать что-то? У нас 5-минутная готовность. Уважаемые зрители, как ваше настроение? Вы готовы поддерживать наши супер яркие пары? Да? Ну, мы надеемся на ваши аплодисменты, на ваши красивые лучезарные улыбки. Сегодня будет мега-шоу, супер крутые постановки, очень невероятно красивые костюмы и, конечно же, живы вы, уважаемые господа. Да? 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 Ну, уходить мне. Спасибо. Готово вообще. Ну, чё? Женя. Чё ты? Да?